И всем еще привет, с вами Агентриус. Мы продолжаем играть в Kingdom Rush, и я снова вне записи сыграл, Пандамониум прошел, и Фунгл Форест, а нет, Фунгл Форест мы проходили, я, короче, проходил Пандамониум. Что ж, в этой серии я хочу пройти Castle Blackburn, потому что я его прошел, как видите, на 2 звезды, а это очень плохо, это закрывает мне Hero Challenge и Iron Challenge, и это довольно плохо, так что давайте начнем. У нас по-прежнему персонаж будет Hexow, потому что он имбовый, еще раз говорю, он классный. Давайте начнем. Так, для начала пасхалки. Тут еще что-то. Все это очень, конечно, странно. Я, конечно, проходил. Я не помню, что реально было тут. Какой босс, я реально не помню, потому что я играл давным-давно в этот уровень. Да и вообще в Kingdom Rush я играл давно уже. И не помню вообще, что да как. Так, для начала. Для начала мы ставим вот тут. Так, 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 и вот здесь. И качаем. Так, у нас не хватает деньжат. Это плохо. Окей, значит, будем копить. Будем копить, значит. Блин, бренский. Тупые крысы. Крысёныши. Так, у них есть вообще защита? Да нет, в принципе, нету. Так, я не хочу уже завалить на самом-то деле, потому что я хочу реально пройти сегодня этот уровень, потому что он довольно сложный. А, вообще, я не помню точно, будем честны, я не помню точно, как проходить его. Но, наверное, честь все-таки я вспомню, наверное, все-таки, потому что, ну, надо. Надо, обязан. У нас пока что первая волна. Волна-волна-волнища. Так, и почему наш персонаж вообще не сражается? Не понимаю. Ты чё, офигел? Крыса. Так, суки, значит, сюда поставим мы сейчас лучников. Итак, следующая волна. У нас идут эти челики. Сейчас будет жестко очень, потому что этих челиков я ненавижу. Abomination. Abomination. Очень странное, конечно, название, но ладно. Допустим. Так, сначала. Сначала замочим зомби, который вылезает. Кстати, очень сильно отличаются вот эти иконки, которые есть также в Kingdom Rush Mobile, который на мобилке находится, да. Очень отличаются, прям супер сильно отличаются на самом-то деле. И, в принципе, на самом деле, конечно, ну, естественно, конечно, лучше это в этой версии на ПК в Steam, то есть. Кстати, игра стоит довольно дорого, кстати, со стороны. Потому что, блинский, игра стоит довольно недешево, если так смотреть. Такс. И давайте, я не знаю. Так, блинский. Что за хрень? Что-то вообще не понимаю, что происходит. Так, какого черта? Так, надеюсь, они нас замочат. Так что я бы не хотел проигрывать на самом-то деле. Я хотел бы на 20 жизней бы проходить, потому что, ну, не круто. Так, опять эти ведьмы. Кстати, ведьмы очень довольно плохие, потому что я ведьм на самом деле не очень люблю, кстати. Да. Такс. Ведьма, блин, блинский. Ты можешь свалить. Спасибо. Ведьма, блин. Такс, окей, значит, я убираю пока что. Нет, подожди, что-то я неправильно делаю. Вот так вот, вот так вот, да. И будет отлично, в принципе. Так, я надеюсь, он не сдохнет. Пожалуйста, не вдыхай. Отдыхай, братишка. Блинский, вот. Ну, я так и знал, в принципе. Я, в принципе, не удивлен ни хрена. На чем качаем, короче, начало Теслу, а потом уже качаем вот это все прочее. Фу, блин, конечно, я болтаю очень много, но так и делается летсплей, чтобы поддерживать, типа, разговор. Потому что, ну, это логично, в принципе. Так, с окей. Окей, вышки. Блинский.
Что-то, знаете, как-то мне это не нравится особо. Так, эти, кстати, очень жесткие, на самом деле, челики там. Так что качаем. Значит, пока что ничего не качаем. Ждем, пока у нас будет прибыль большая. Потому что это мало. Эти, кстати, очень жесткие, на самом деле, эти оборотни, на самом-то деле, если так судить. Так, я думаю, чтобы построить еще на эти деньги. Что-то сложно, на самом деле, думаю. Окей, сейчас придумаю что-нибудь. А, точно, вот сюда поставлю вот это. Будет отлично. Так, куда ты пошел? Так, окей, следующая волна. Так, дальше. Дальше я не знаю, что она построит. Давайте вот это тоже забабахаем. Будет так, чисто для кучи. Чисто для кучи будет, окей? Так, и здесь поставим тоже. Теслу будем строить. Тесла, на самом деле, это имбовая вообще. Башня имбовая, потому что лол... Разбро. Ой, какой разброс, короче, ранг, рейндж, вот. Дальность, в принципе, нормальная. Зона действия. Ой, блин, опять эти люканы. Короче, похер. Да. Они довольно жесткие. Блинский. Вот это, кстати, я не предпочитал, кстати, скелетиков, потому что я не думаю, что вообще кто-то будет. Но, как видите, есть кто-то. Конечно, я их не пущу, естественно. Так, дальше. Не отвлекаемся. Давайте чем-то около Теслы построим, наверное, да? А, точно. Идут эти твари. Я их не особо люблю вообще, потому что они жесткие. Потому что, видите, у них иммун. А это значит что? А, все, я догнал. У них, короче, иммунитет к этому. У них урон не проносится тупо. Окей, будем знать. Но моему персонажу вообще пофиг, потому что он кто? Правильно. Он крутой. Так что мы вообще абсолютно плевать. Чё да как, в принципе, он задерживает их. И это нормально. Так что не волнуемся, вообще все чётенько, так что нечего переживать. Так, давайте здесь поставим так, чисто для кучи. Потому что я думаю, что они проходят. Будут проходить, конечно, естественно. А, значит, вот здесь тоже мы... Да не, вообще отлично. Для кучи сюда поставим, улучшим, то есть башню. Так, у нас еще две оставшиеся. Значит, вот здесь мы ставим это, и будет вообще отлично. Так, пошли вот эти. У них уже, конечно, иммунитет к магии. И это плохо, потому что у меня магии, в принципе, мало. Три башни, в принципе, нормально, так что да, все отлично. Кстати, последнее что-то не могу поставить, потому что я не думаю, что вообще тут что-то нужно ставить. Хотя, кто знает, ё-моё. Хотя, да, бесполезно, потому что... Ну, бесполезно, короче, вы поняли. Ах, тут 15 волн всего лишь, и это очень мало на самом-то деле. Хотя, может, это стандарт, я не знаю. Так, пошли вот эти снова призраки, которые я не особо люблю, потому что, ну, лоу. У них иммунитет, но это не круто. У них иммунитет к этому. Ну, вы поняли, короче. Иммунитет к вот это. И это очень плохо на самом-то деле, потому что я не люблю это. Так, значит, качаем, то есть запускаем наши фаербольчики, потому что будет все четенько. Так, задержите пока что их. Так, следующая волна. Нам нужно срочно что-то запустить, потому что будет жестко. Так, значит, вот это. Нам нужно еще вот это поставить, еще одну вот эту, и будет вообще отлично. И здесь где-то расположить еще вот такие же две. Будет отлично, в принципе. Я думаю. Пока что у нас персонаж все чутенько справляется. Давайте на подмогу. Пусть так для кучи будет.
Так, и нам надо качнуть бы вот это. Будет отлично вообще. Будет суперски. Так, иначе запускаем это. Будет отлично. Отлично. Так, с этим справиться. Ага, еще одни идут. Короче, жестко как-то. Все очень жестко. Так, яд качаем. Так, чё-чё-чё. Black Hack. Короче, ведьмы идут. Так, у нас персонажа мало хп. Черт. Ладно. Так, ладно, давайте запустим сюда бы. Потому что что-то не проходит жестко. Так, и давайте сюда на подмогу, потому что что-то вообще очень все плохо. Потому что я качаю только вот эти основные, да, потому что, ну, тут довольно мало. Так, ладно. С этим справиться, наверное, потому что... Так, нет, ты оставайся здесь. Так, все отлично. Не, все отлично, мы пока что справляемся. Да. Фу, знаете, жестко очень на самом-то деле. Я прям даже не ожидал, что будет настолько все сложно. Я ожидал, что будет немножко полегче. Оказалось, нет. Ну ладно, не отчаиваемся, в принципе. Я так и не понял вот эту отсылку, пасхалку. Не знаю, что она получает. Ну ладно. Какие-то флаги развешаны, разбросаны, то бишь. Топора. Короче, куча людей тут погибло явно. Лягушатик. Так, сюда, наверное. Давай следующую волну возьмем. Пока все отлично идет. Так, окей, значит... Значит, так, я думаю, просто соображаю, что бы поставить. Что бы такое поставить? Даже не знаю, кстати, очень сложно, на самом деле. Давайте, я не знаю, блинский. Это, конечно, глупая идея, но мне ничего не остается. Дело, потому что довольно я не знаю, что делать вообще. Не могу сообразить что-то. Ладно, сейчас придумаю что-нибудь. Как-то очень мало на самом деле наносится. Я так смотрю. Что-то жестко, что-то жестко. Окей. Не, все отлично вообще. Не, все отлично, все суперски, пока что справляемся реально. Фух, блинский, реально очень сложно, поздно. Так, пусть они задержат, да? Так, окей, надо качать. Надо много чего качать. Вот это качать, вот это качать. Короче, много чего надо качать. Очень много. Прям до хренища. Я пока что еще думаю, заменять ли бы это на еще одну такую же башню. Артиллерию. Я не знаю. Довольно все сложно, конечно. Ладно, давайте пока что такое для кучи куда-то кинем. Пока он задержит их, окей. Да, все-таки, я не знаю, надо поставить, наверное, все-таки.
Так, давайте сразу бахаем фаербольчиков, потому что, думаю, не помешает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-шки, как же все сложно, ребят, просто я не знаю, вот реально. Сложно, очень сложно, ребят. Вы не представляете, как это сложно на самом-то деле. Забавно. Так, сюда запущу. Да, кучу докинем, в принципе, будет отлично. Так, качаем тоже стан вот этот, ловушку, ничего типа того. Так, эти чувачки, думаю, не пройдут, потому что их останавливают постоянно. Да, отлично. Тем более у нас есть яд, и это супер. Яд всегда это круто. Так, яд. У нас 13-я волна. Надо прокачать бы еще вот это, и будет вообще отлично. Так, суки. Мне всегда это прикалывает. Запускать ли следующую волну? Давайте запустим, ладно. Отлично. Так, и здесь, наверное, Теслу поставим, я так думаю. Ну, я так думаю. Короче, можете использовать, в принципе, эту тактику. Она, в принципе, довольно легкая и простая. И нашего героя убили. Это все плохо. Не, в принципе, яд справляется отлично, так что не беспокоимся пока что еще. Рано. Рановато. Так, надо прокачать еще вот у этого мага. Я так думаю. Стоило бы. Так, окей. Телепорта не буду, наверное, качать, потому что если... Ну, если 15 вон, да, это же, наверное, босс будет, я так думаю. Босс, да. Значит, на него это не подействует, как минимум, потому что, ну, это же босс лола, это очевидно и логично. Так, пусть они, конечно, не будут нас убить. Потому что он стоит. Нет, очень плохо. Пусть он установит хп сначала. Так, окей, качаем. Я не знаю, что у босса, какой иммунитет, какой это, чего. То есть я не знаю, какой он, большой ли он, маленький он. Ну вот, видите, Blackburn, вот он, Blackburn. Ох, ё-моё, я не знаю, что сейчас будет. Я буду думать, что сейчас будет жопа. Ладно, погнали. Ах, ты чё такой здоровый? Слушай, братишка, я, конечно, понимаю, но ты слушай. Ё-моё, ты чё? Вася, ну? Бам. Ну? А? Ема, он жесткий. Ема, он жесткий просто. Ема, что происходит? Ема, ты что делаешь, братишка? Братик, ты что делаешь? Ты можешь остановиться, пожалуйста. Братан, я, конечно, все понимаю, ты можешь остановиться, я тебя умоляю. А? Блинский. Блинский, я даже не знаю, справимся ли мы или нет, потому что, ну лол, ты чё творишь? Братан, я, конечно, все понимаю, но слушай. Ах, пусть пока что останавливаем его, потому что у него иммунитет есть на это, в принципе.
Бляха-муха. Блинский, я даже не знаю, победим ли мы или нет. Вау! Охренеть! Мы победили, ребят, просто... Охренеть просто, я не знал... Серьезно, я прошел, лол. Короче, остался Херок, но это следующая серия, я так думаю, потому что, ну, я не буду долго задерживать эту серию слишком. Так что, всем удачи, всем пока.